меня нет. Кто светит? Да, блядь, в таком шмоте уже можно все, что хочет, станчить. А, мажорчик светухирит. Мажорчик еще в руками. Еще рыбу поем, так, ну давайте заходим за Ленинчик на пол. Тоже тут КД должно быть чисто на халиону. Я тут тем ставлю от огня, да? Я прослушал. Да, вчера мы огнем. Так, Машулечка готова? Давайте, все готовы. ДК на позицию, начинай. Первый мег по хвосту выносим, через хвост возвращаемся. А на третьей фазе Джонни Би, Черпона, кто-то может нас подиспарить? Кого-то выноси. Ладно, подиспарю, бежим. Ну, я могу подиспарить. Ну, давай. Так, смотрим лужа, лужа в рейд. Как всегда, выноси. Следующий метод просто выносите, через хвост возвращайтесь. Пола вообще не было. На троге только на пуф был. Мортарис. Мортарис. Бежим. Через хвост возвращайся. Так, смотрим в лужа. Лужа в рейд. Кальф выноси, Акма прожмись чуть. Акма хильте. Бьем Халена, больше дома в Халена. Бейте Халена, не трогайте мелкие, я сейчас перевести не успеем. Шумиха выноси. Давайте 2 секунды, 1. Додайте больших, ДК сразу заходи. Рейд стойте. Рейд заходите. Во тьме в печеньку становитесь. Свету звездочку бьем. У меня на пула нету, короче. Напуливайте трэш, что протопало хорошо. Охотник, стань ближе. Рекордами заливайте сразу все три буля. Нет, заходи рекордами. Хитрые людей, которые выносят метку там редру хоты, знаете как, не заливайте мир своим хилам. Следующую метку пропускайте, лезьте ближе к морде. Диспельте. А кто тебя диспелит? Ну или шумиха, или копытца. Сколько там? Диспелит. 55 только. После лезвия, после метки будем выходить. Как всегда, выноси. Давайте 1% надо добить, перевести. Сейчас будем выходить свет. Все, выходим, в портал идем. Быстрее, быстрее, пока лезвия не догнали. Так, рост свету. Свет, первая метка, ровно назад выносите. Нажмите кнопки там почаще, то ДПСа мало. Крематорий. Бежим. Далеко бежим. Метеор близко. Смотрим лужи внимательно. Дайте рост во тьме, лужи в рейд. Мортарис выноси. Рост во тьме, свет только трэш бьем.
свет, только трэш бьем. Призда гимноману, все инры свету на шамана. Смотрим, сейчас будет метеорит. Бежим. Тика, прожмись его на шуметку, Эршам. Тьма, прожмитесь. Свет не бьем. Свет не бьем, смотрим лужи. Свет стоп. Братарис, выноси свет, трэш поиграем. Хилы в свету чуть дальше. С танка отходите за рейд. Два мира, как обычно. ДД больших, мирики маленьких. Кто там кастует огненный ливень, играйте по-большому, войд выноси. Хильте войда. Шумиха, давай гимноману. Так, метеор падает, бежим. Смотрим лужи внимательно. Лужи нормально. Прист, выноси, свет по трэшу. Свет только трэш бьем. АДК прожимайся. Свет не бьем, Халион. Мая нет. Трэш убить и все. Так, свет бьем, Халиона теперь. Бежим. Так, смотрим лужи. Смотрим лужи, нормально. Давайте в Халиона по трэшу играем, по трэшу играем. Давайте свет только трэш бьем. Хильте мы хрейма. Эти мелкие трэш помогли слить. Мажорчик выноси, акма прожмись чуть. Хильте мажорчика. Давайте бьем Халиона, бежим. Хильте мажорчика. Дайте ей щиток, приз, дай ему щиток. Войд, иди резко мажорчика быстрее. Смотрим, лужи в рейд, Халиона не бьем, Халиона не бьем. Приз, дай им на хп. Только трэш играем, только трэш. Дайте инеры на мажорчика, дайте ему руки паладина, если есть. Хильте мейфрейм, аква, Мортарис. Давайте, Халиона свету не бьем. Будем 60. Карик выноси. Ну тут играем по Халиону. Только Халиона бейте. Джест, резай войда быстрее. Только в Халиона играйте. Только в Халиона бейте. Бежим. Трэш напуливайте. Только в Халиона бейте. Дайте каплю на акму. Протопал. Трэш напуливаем и все в Халиона. Там 30 секунд до берсы. Лужи. Нечего прожать БДК свет. Хильте. Только Халиона бьем. Только трэш напульте. Давайте свои бурсты быстрее, 20 секунд, 15. Ничего не выносим, просто стоим, тупо бьем. Бабл готовьте. Давайте бьем Халиона, 5 бабл. Секунд есть. Паладин сейчас бабл. Паладин и бей. Паладин и бабл. Бьем Халиона, бьем. Все, берса. Дай сакру. Блять, он отхилился. Падает. Блин, два паладина, не прожали бабу. Там тут весь рейс маншрутил. Да, тут... Да тут дамага не хватает просто. Фух, жопа тут, конечно, хилить во тьме. Ну там на ДК надо менять, там 5,5 просто. Некого было брать. Там Джайрон есть. Сразу навара менять его. Может просто шестого чувака в тьму поставить из света, и тогда в свету не будет столько народу стоять и постаивать просто без дамага. Не поможет. Почему? Если кто-то в свету падает, один человек случайно, это уже берса. Нет, у нас сейчас никто не падал. Да нет, а если сейчас в следующий раз упадет, то это вообще берса будет стопроцентная. А если бы сейчас вы там трое не упали, убили бы там Мортарис, если бы умер, трэш мелкий бил.
Мы все время простаивали, мы ждали, пока во тьме там выровняется эта штука. Если просто поставить одного дамагера во тьму им помогать, то будет лучше, не? Можно мага поставить во тьму одного. Больше некого ставить. Элема можно поставить и все. Как хан притворится мертвым, умер от трэша, это вот загадка. Там лок умер от трэша. Или костер прожал, или хер знает, не знаю, сказал же бить Халеона. Ну, кстати, вот на предпоследнем трэше, вот когда поумирали люди, на пула совсем не было, хан бедолом понес метку, по-моему, если я не ошибаюсь, и все, и на пула не было. Просто, ну, трэш было очень тяжело собрать. Там моста он там позабирал свой, да, забрал два раза, но на пула нет, сами понимаете. Ну так чё, Лема во тьму, да? Маратрис 160 тысяч в большого и 1 200 000 в маленьких. В маленьких ДПС разгоняешь, да? Твоя задача не убить. Семья. Фростморн на 8-м месте по ДПС. Он не обогнал Менска, который дамажил только первую-вторую фазу. Ну вот эти два ляма как раз не хватило. Два ляма дамаги хотя бы. Что, я во тьму иду? Ты хоть большого бьешь, не то что лок. Маратрис, как дела? Семья порчи. Нормально. Ну так большого сначала бьют, а потом маленького помогаешь. А ты большого 160 кинул порчу и бьешь, наверное, маленький, да? Так, ты, кстати, лок, этот самый, вот этот Маратис, ну, я тебе дам совет, тебе профитнее, короче, этот самый, долбить большого, потому что ты от большого нормально ловишь, короче, все, ну, истребление, прок. Да, и у тебя, ну, у тебя либо большого долбить, ты можешь кастануть в босса, понял, после перебежки, и просто истреблением ты, блядь, накидаешь большого болтова этих, блядь, что просто пиздец. Я всегда вот кастую в босса один каст, чтобы прокнуло истребление, а потом, блядь, и херачу в большого просто, блядь, под истреблением куча кастов, блядь. Я там сейчас накажут. Я часто метки выносил, Ваня. Я приходил, большого уже практически не было. Пришлось трэш хуярить. Так, ладно, давайте фубафы. Крематорий остаешься, да, во тьме там с ними, со всеми. Будешь во тьме дамажить, пробуем, что получится. Да не, подожди, ты первый, второй в Халеона. Джонни Бич. Бей взрывом разума в свету. Так, СС на КД. Ну ладно, крематорий дой, во тьме останешься, короче, там поможешь им побить. Вот этот хан, кстати, кидай ловушку. Давайте фулбафы. Будем начинать. Чек на пул. Если он упадет в тьму, маг, то все должны бить. Не так, как Лок и Арт Вейдер. Большого побольше бейте. Давайте, заходите за линию. Че, мы решили, что-то меняем, нет? Все так? Так, крематорий во тьму заходит, там остается. А, ну окей. Давайте все то ВДК начинаем. Там жмите кнопки чаще, ДПС больше будет. Метку хвосту через хвост возвращайтесь. Бежим. Смотрим лужи. Так, Махильтяк, блядь, ну как ты метеор умудрился поймать? Раз, раз, слышно, нет, БДК повис. Там вообще не повис. Алло, алло. Да, ты уже умер. Не слышно, мы упали. БДК повис. Понятно. Дай пати, я там в гильде прислонул, я сейчас передам духи. Меня тут много, на всех хватит. Если духи пить, они, конечно, не помогут. Угу. Надо духариться, да? Вот в чем фишка оказывается.
Ну зачем фласки на железо будут варпиться? И даже бомжи протопали, и тот фласку пьет. Че, кому дать духов на исходы? А, я, кстати, забыл это правило вести. Минусы по тому, кто без фласки. Потом будем водить это все. Следующего КД, наверное. А как оно выглядит, это правило? Ну, я минусую ЕП, кто без фласки, все. А ты минусуешь какую-то конкретную цифру или в процентном соотношении от общего ЕП? Косарь, наверное. Посмотрим. Это очень хорошее правило. А что если, допустим, идем к какому-нибудь ЛКХМ-25, который уже на фарме стоит? То же самое? Что-что, повтори. Если, допустим, с ЛК-25ХМ идем, который на фарме вообще на изи стоит, тоже будешь минусовать? Да. Я не сказал бы, что она на изи стоит. Олег, слышишь, ну типа я говорю этот самый, ну типа давать за топовые подземелья, там за геру, типа ГП, за фласки. Это так, будет. Ладно, давайте все тут фулбаф даем рыбесе кого-то. Кушать рыбу. Окей, имел в виду геру. Спасибо, спасибо. Фласка стоит 120 голд. Надо потратить 300 голд на рейд, наверное. Всяких идроидов. Раньше на своими по 3-4к тратили, это всего 300. А чё вот вы насчёт рейда рекордов думаете? В пятницу, по пятницам, первый рейд, самый сильный, типа, сыграть? Да, я плюсую, я за, я буду в пятницу. Рейд рекордов. Как ты спал, бедолон, давайте все готовы, заходим за линию, ТК-1 на позицию, начинай. Миту, в настучий исход, возвращайтесь. Джозефина. Бежим. Смотрим лужи. Вред. Бетолом. Давайте халю набьем больше. Метку хвосту. Артвейдер хвосту, через хвост возвращайся. Бежим. Смотрим лужи. Лужа нормальная. Давайте бьем Харена, потом мелкий трэш сольем. ДК, прожимайся, заходи сразу. Что-то же ДПС появился откуда-то. Тут эти больших, ДК, заходи, рейд заходим. Просто каноп бил босса. Крыльями. Скажешь, когда можно будет заходить им? Заходите. Блин, так мышка зависла. Блядь. Сейчас, подождите, не диспельте. Живите. Блядь. Да, не хочу. Ладно, как-то так. Блядь. Да, останусь так, что не будет. Короче, я на тебя бьёкся и не похитил танка. Все отвлеклись. Вот мы пили 6-1, да?
Плотно, конечно. Кто говорит, что не плотно? Тут у нас кто-то недавно кончил, я тоже офигел. Морвин, что ли, или ни к чём. Ну, что-то не одевают своих ДКшников, блядь. Я, кстати, сделал на этом, на бурпе, короче, вообще была ДК сделал. С волей, блядь, чтобы там не пиздели мне, нахуй. Ну, просто, блядь. Короче, 3 секунды не хилили, блядь. Вот сейчас скажу. Этот кровь, то ли, ну, была только в РС, скажем так-то. Только мишка составляет. Хотя у мишки в плане агро поменьше. Что там ДК залетай? Все, можно бафать. Кто забашляет фласку на АП? Сколько там? 50 голд было. Сколько сейчас одна фласка? 150 стоит? Какая? На АП. 120. В смысле, одна штука, блядь? Да. Буду годить его. Давай Олегу говори, чтобы он отменял правила. Отменяй правила, ну нахуй. В чём ты? 120 голды на КС. Так, давайте заходим за линию, смотрите, чего мне хватает, там прото раздайте. А куда ты ее тратишь, Войт? Чем беришь? Куда ты голду тратишь? На что ее тратить? Почему? На фласки, на банки, вы что гоните? Я за КД на банке сливаю больше 10 кусков голды, блядь. За одно КД. А как ты их зарабатываешь? Насасываю. Я так не умею. Так, MyFrame, Калик. Оставьте слона еще раз. Что? Дайте слона еще раз. У меня есть, что тебе предложить. Так, давайте, все готовы, заходите с линии. ДК начинай. Конов, метка, алё, Конов, Ваня. Нет, тут. Бежим, всё. Бежим. Там сам сядет диспек. Смотрим, метеорит. Че-то лужа, нормально. Их спал. Следующую метку просто выносите. Ладно, мажорчик. Через хвост возвращайся. Бежим. Мы уже смотрим в рейд. ТК выноси. Давайте бьем Халиона, потом мелкий трэш будем бить. ДК не заходи, пусть лужа пропадет. Пропало нормально, бейте Халиона быстрее, там 3 секунды до переходки. Добейте мелкий трэш, РД тут эти больших, ДК заходи. Заходим рейд. Вары, крикните на хп, блядь. Вот, крикните на хп, Вары. По кордобе стереваетесь,
Заходите, Сидобили. Да-да, заходите. И нарисуем хилам. Следующую метку к хвосту, к морде пропускайте лезвие. Шуленька. Там паладин разобрались, а кто джагой света бьет? Я бью. Жозефина. Три, готовьте свет. Выносите метки к стене, не надо так рано диспарить. 52, после лезвия, после метки будем выходить. Смотрим, сейчас будет метка, только потом будем выходить. Давайте, выходим в свет. На рост свету. Блин, там какой-то маг. Крематорий надо было во тьме остаться тебе. Иди к порталу заднему. Скажите, когда зайти. Свет, первая метка ровно назад. Крематорий тут, иди в портал задний. Скажу, когда зайти. Меня слышно? Заходи, да. Крематорий, заходи. Ну, блядь. Бежим, бежим, бежим. Да он не в РК, походу. Смотрим лужу в свету. Давай лужа в рейд. Дайте им на ману свет, прист. Свет играем по трэшу, рост во тьме. Только трэш бьем. Шумиха гим на ману. Так, бежим. Метеор близко падает, бежим. Там рост во тьме дали, не дали. Забыл сказать. Дали. Смотрим лужа в рейд. Играем по трэшу. Хильте протопало, хильте. Свет не бьем, только трэш. Свет только трэш. Воид хильте, воида хильте. Протопало хильте. Там трэш под стаками, Мортарис выноси. Я снял, я снял. Давайте, помогли трэш слить мелкий. Все, бьем Халёна. Давайте бьем Халёна, бежим. Смотрим лужа. В рейд. Тима, стопайте. Давайте бьем трэш. Тима там не бейте. Все инры на мажорчик. Два мира, как обычно. Ну как всегда. Давайте два мира, как обычно. Бьем Халёна свету. Бьем Халёна, тьма, стопайте, бежим. Блять, вас не поймешь, тут до хера, то мало. Дайте каплю на Акма, каплю на Акма. Давайте свет бьем трэш. Хильте майфрейма. Кота хильте. Сразу не врывайся. Давайте булки свои напрягите еще чуть-чуть. Тьма стопайте. Бьем трэш мелкий, бьем Халёна. Бьем Халёна. Бежим. Мары хп. Давайте два мира, как обычно. Лужа нормально. Бьем трэш. Как всегда, выноси. Хитти, как всегда. Ждем 60 и будем здесь. Так, Халёна не бьем, свет. Свет, Халёна не бьем. В хитте майфрейма. Дайте гимн на хп. Гимн на хп. Давайте. Ждем 60 и будем добивать. Майфрейма. Выноси, выноси, Ваня, выноси. Приморозил. Давайте смотрим, сейчас будет метеор падать. Бежим, 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 понял.
Давайте, напуливаем трэш и добивайте Халеона. Берса 40 секунд. Сметки не выносить, полжаврит. Алкхиль хорош у меня. Мажорчик выноси. Дай гимна хп хильте пристав. Танка в хильте. Все, добиваем. Метки не выносим, ничего не выносим, там 15 секунд. Ну, убили, короче. Фу, бля, это было жестко. Мортарис, вынеси метку с подхалиона. У меня вся клава с мышкой, блядь, пот у меня. Чешка на медика, фрольте. 21к дал, смотрите-ка, какой код хороший. Так, вчера писал там ролик на этого. Ну, это самый лучший код в натуре, вот за всех, чтобы выбирает, вот тут... С кем я играл, блядь. Все остальные, блядь. Кольцо на хило. У меня за весь бой одна цепуха. У меня не мейн. Тапки. На мейн. Там на успех. На, ну, это мне на мейн. Сходите на ЭП. Да, что не поймешь, что у вас ДПСа мало, то у вас ДПСа много. Кнопки что ли научились нажимать? Стал в ПМ, он зашел во тьму и нормально все стало. Но повезло очень. На Аршаме не было метки во тьме ни разу. Стал уже нормально лились у нас. А я с музыкой нажимал, блядь. Три раза подряд. 2% хп обычно. Оставалось или 9% хп. Держи, короче, кнопку, блядь, на низывке, жду, когда у тебя нет хихиницы. Что там, все зашли на ЭП? Может кто сделать камень на 20 интеллект? Да, на взлетке дала ранее. Там шумиха зайдет,